И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас Кошак, как всегда, отличное настроение. Сегодня мы играем в Гаррис Мод, вторая часть, как аниматроник самый крутой. Виктор, поздоровайся. Всем привет. Ну что, ребята, вам очень понравилось, вы поставили очень много лайков, ролик попал в тренды. Всем большое спасибо, кто меня смотрит. Если пьете, кушайте, приятного аппетита. У кого день рождения, с днем рождения. Классно сказал. Ну что, Кошак, давай будем продолжать. Это у нас Унвизор. Как он там правильно читается? Унвизор и Бонни. Ну что, Бонни. Показывай. Он у нас умеет, естественно, ходить. Пафосно. Ходить, гениально. Пафосно ходить. Умеет головой крутить. О, он выключился, я даже слышу. Отдыхает. Что он еще? Он умеет говорить. Прикольный голос, непривычно для Боньки. Еще вот так умеет говорить. О, здорово. Круто, круто. Четко. Ну как специально так сделано. Ага. Так, что он теперь? Это его дневное состояние. Легенькое, никого не трогает. Он даже убивать не может. Во, он прям перевоплощается. Кстати, а ничего не меняется? А, походняк, да, поменял. Селенит. Стойка другая стала. Он более злой стал. Он говорит теперь по-другому. Он говорит, я люблю пиццу, и потом ты следующий. Блин, круто озвучка вообще. Давай, мочи. Воу. Такой немножко злой челик. Ребята, не забывайте поддерживать нас лайком и подписываться на канал. Мне очень приятно. Ролики выходят каждый день для вас. Следующий аниматроник Унвизор и Чика. Так, она у нас также может отключаться. Так. Умеет включаться. Умеет говорить. Привет, мальчики, девочки. Я Чика. Прикольно. Теперь она перевоплощается в плохую Чику. А ну-ка. Блин, ну, прикольно. И такой звук там шепчащий, да, такой есть какой-то звук интересный. Челюсть открывает. И когда идет такой... Блин, прикольно. Этот пак еще лучше, чем который мы до этого смотрели. Намного лучше. Так, на этом она только убивать сейчас. Давай. На меня! Жесткая, жесткая. Следующий кто у нас? Унвизор от Фокси. Прикольно звук заедающий сделали. Выключился. Холод пирата. Глаз открывается один. Прикольно смотрится очень. Я думал, у него глаз вообще там нет. Пират. Так, это ночной он. И глаз сюда открытый у него теперь. Так, ну что, мочи. На меня. Классные скримаки, вообще респект и уважуха. Так, следующий у нас Унвизор Фредди. Старенький Фредди у нас. Так. Он также может отключаться. Умеет говорить. Блин, крутой голос. Так, озвучка на высоте. Так, ночной режим. Ночной режим. О, у него походняк поменял. Он тоже может ползать? Они все ползают, да, что да, ли? Да, они все ползают. Круто, круто. Бегает. Бегают. И даже... Голос такой есть посторонний, только страшный немножко. Колокольчики. Он даже музыку проигрывает. Ну и что он может? Все? И все. Мочи. Только убивать. Только убивать осталось, понятно. Так, следующий у нас... Голден. Визор от Голден Фредди. Он у нас умеет тоже отключаться. Так. Говорить он не умеет, как вообще? Странно. А, он этот звук классный издает. И все, остальное он может в ночном режиме. Показывай. Он летает! Он летает. А да как? Что еще? Все, только убивать. Глаза у него черные. Мочи. На! Прикольно. Я умираю. Так, следующий пак у нас
Фурб 1. Бонни зе Банни. Он такой прикольный, какой-то потертый, что ли, грязный. Или да, мне это кажется. Из первой части. Те были из-за второй, а эти из первой. Так, что он может? Он может выключаться. Так, звук не слышу его. Опа, это ты такой звук издаешь? Да-да-да, он может делать вид, как будто вот к двери под. Да-да-да. Я думал, как будто ты пэхается кто-то обычно так. Что еще? Он может менять свое состояние. Я вижу, он теперь какой-то злой стал. Ой, глючит его. Он умеет глючить. Жестко. Нагнетать остановку. И третье состояние. Три состояния? Да, у каждого аниматроника из этого пака по три состояния. Блин, у него глаза черные стали, прям красным светятся. И здесь он еще и ползать умеет. И звук постоянно издает. Что-то еще у него там происходит. Такой походняк, как будто он очень злой стал. Ну да, в него вселились бесы. День и ночь, нападение у него. Очень злой. Все, осталось только убивать. Мочи. Воу, скример просто эпически. Реально круто сделано. Так, следующий. Чика. Чика за чикен. Чика курица, да. Они все, скорее всего, умеют тут включаться. Так. И включаться. Тоже звук такой же? Один и тот же звук, но, видимо, это и нацелен. Так, так, я пока... Ты клацаешь, посмотрю, как она внутри выглядит. Даже механизмы видно. Опа. Так. Ключит ее тоже. Да, такой же глюк. Анимация, наверное, будет у всех одинаковая. Да. О, это звук зомби. Я слышу. Прикольно. А ну, а третье состояние? Третье состояние... Во, у него... Да ладно! Не, а ну встань ровно, а ну встань. У него руки прокручивались только что. А ну-ка еще раз. А ну давай еще раз, только не двигайся. Включись. А ну-ка. Смотри. Видел? Ого, целое классно. Тело прокрутить. Да, это прямо она какая-то злая. Ну чё, мочи. На мине. Отлично. Так, следующий у нас эндоскелетон. Эндоскелетон. Эндоскелетон, так. Ну так и написано. Чё он может? В этом состоянии он может только сидеть. Давай дальше. Теперь он встает. Так. А, я сдаюсь. Я понял. Звук этот издавать. Так, по сторонам смотреть. Ого! Да ладно, голова вверх ногами. Ты чё? Ты как будто в фильме «Звонок». С телевизора вылез. Они так неуклюже ходят. Ну, мочи. Воу, кстати, перевернутая голова на скримере. Так, следующий у нас Фокси. Фокси-пират. Он также стоит, получается. Так. Оживает. Перевоплощение у них классное у всех сделано. Опа, голова на бок. Опа. Это он перед тем, как бежать, таким... Вообще классно сделано. Он такой стрёмный какой-то. И звук у него такой идет страшный. Он так хорошо бегает даже. Очень хорошо. Пойдет. Во! Этот звук я знаю. FNAF Coop такой есть. Так, ладно, так, мочи. Теперь он ест, да. Бум, у него зубы разноцветные на скримере. А, они так разноцветные. Так, следующий у нас Ферди. Фредди. Ферди. Фердюшкин. Давай показывай, что он там. Он умеет проигрывать музыку. Так, куча звука наложилась. Там пугает, типа, стоит. Прикольно, глаза светятся у него. Давай дальше. Ой, звук поменялся. А чё у него глаза какие-то не такие, как обычно? Ой, эту музыку знаю. В него вселилось что-то. Понял. Так-так-так, пошел робот. Звуки такие стрёмные немножко. Во, этот его стандартный звук. Он умеет смеяться. А ну-ка. Да-да-да. Хоть посмотри, как он это делает, а то обычно только звуки видно.
он обычно так на кухне или в туалете сидит и смеется над... Так, мочи меня. Вау, эпично. Следующий у нас Фредди Голден. Фредди Голден. Так. Он умеет телепортироваться. Так. Умеет тоже смеяться. У него глаза сразу черные, я обратил внимание. Во, умеет сейчас светятся. Во, прикольно, как в тот раз. А на жопе, что ли, летает? Ха-ха, летающий стул невидимый. Умеет по-разному летать, и на жопе, и просто... Эпично. Звуки какие-то так издает он? Ага, шипение телевизора, я знаю, такое. Во, разговор этот. Это исчезать. Я вижу, не вижу, а вижу. Ладно, мочи меня. На меня! Есть такая буква в алфавите. Так, следующий у нас мистер Капкейк. Ой, кстати, я первый раз такого аниматроника вижу. Очень интересно, что он делает. Я он живой, что ли? Да, он живой, он умеет бегать. О! Прикольные звуки такие издает. Разработчику респект. Да что такое придумать? Что он может еще делать? Что, если его брать долго, он может... Во, цвет поменял. А ну, ты можешь убить меня или нет? Или что-то он еще может? Ой, он на голове. Так. А убить не может? Сейчас, а, ты у меня жизни отнимаешь. По 2 хп. Так, ладно. Да долго-долго, ладно, хорош, хорош. Давай тогда Пурпл Фредди следующий у нас. Пурпл Фредди, он такой красивый. Круто сделано вообще. Он страшный. Так. Охранник такой, смотри. Такой деловой, так, руки за спину, как этот, а директор. Потом, а потом он подходит к кому-нибудь и так... Иди сюда. Да. Ага, понял. Классно. О, звуки издает прикольные. Чё еще? И смеется. Класс. Ушами шевелит. И все, только смерть. Мочи. Repired Foxy, это чё-то... О, кстати, он не такой, как обычно. Кто более няшный, что ли, и когти здоровые. Починенный Фокси. Тот был сломан, а этот починен. Ага. Так, ожил. О, стандартный звук его. Прикольно. Давайте со спины посмотрим на него. Так, опа, глаз открылся. Чё еще? Слышу этот звук. У него голова еще двигается. Я вижу, как будто глючит его. Ой-ой-ой, фонариком типа. О, перевоплотился. Пополз. Вижу. Так, что еще? О, так прикольно бегает, типа крючок. Сейчас как ударю крючком. Вот ты сейчас сквозь меня проходишь, что ли? Нет, я возле тебя бегаю просто. Прикольно, очень быстро бегает. Мочи. На меня. Вообще жестко. Ребята, мы хотели показать в этой серии все паки, но так как аниматроников еще много у нас, в следующую серию войдет FNAF 3 и вот этот пак. Так что ждите следующей серии, разделим на три части, потому что серия очень длинная получилась. И, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте рыбу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!